Нижне-Сахалинске завершился областной чемпионат по хоккею с шайбой. В нем приняли участие 6 любительских команд. Более 2 месяцев они боролись за главный приз турнира – Кубок губернатора. В финале за кубок сражались 2 островные команды – «Вулкан» из Северо-Курильска и «Легион» из Углегорска. В решающей серии титул достается победителям 2 матчей. Однако итогом игр стала ничья, поэтому требовалась дополнительная встреча. Главный приз забрала команда «Вулкан» со счетом 3-8. Мы провели работу над ошибками. Было очень много у нас удалений ненужных, которые приводили к голам. Отрабатывали все в оборону. Бежали как домой, как говорится, в хоккейном мире. Да и все, ну и реализовали свои моменты, блокировали броски. Черновая работа была сделана всей командой, общий труд. А за Кубок Победы сражались команды «Рубеж» из Южно-Сахалинска и «Северная звезда» из Ноглик. Обладателями приза стали хоккеисты из островной столицы.